Дорогие дамы, это я, как обычно, джедай Распи.ди, и поздравляю вас, не как обычно, с 8 марта. А это же самый прекрасный день весны. Что же я вам хотел пожелать? Желаю, чтобы вы всегда цвели, как первые подснежники, чтобы вы всегда пахли, как самые дорогие духи, чтобы ваша грудь всегда стояла, чтобы у вас голова никогда не болела, чтобы ваше ПМС не действовало на наше ЦНС, чтобы вы всегда были достойны своего мужчины, а ваши мужчины были достойны вас. И на этой почве теме я хотел бы вам зачитать стишочек, как поздравление. Мне его прислала одна очень интересная девушка на Фейсбуке по имени Виктория. Когда ты станешь старой теткой и стервой злой, наверняка в кошмарных спущенных колготках, к тому же чокнутой слегка. Когда ходить ты будешь с палкой, чесать свой крючковатый нос со старой выцветшей мочалкой на голове вместо волос. К тебе негаданно нагрянет, по злой иронии судьбы, твой долгожданный принц-засранец. Твой гений чистой красоты лишь глянет на тебя в полглаза, и пропадет любовный пыл. Ему прошамкаешь, жаража, подонок, где ж ты раньше был? Это был джедай Распи.ди, и еще раз вас с 8 марта, милые дамы, мы вас всех любим, не только сегодня.